Жители села Тюменцево почти неделю живут без воды. Сразу 4 улицы оказались отключены от горячего и холодного водоснабжения. Луговая, Озерная, Столбовая и Барнаульская. На них проживает около 1000 человек. По их словам, в системе водопровода произошел порыв, но место утечки специалисты до сих пор не могут установить. Вчера вечером вода была подана в дома, напор был слабый. Сегодня утром в 11 часов снова произвели отключение воды, так как порыв найти до сих пор не могут и устранить его не смогли. Из-за коммунальной аварии детский сад и школа работают в сокращенном режиме. Жителям до сих пор не организовали подвоз воды. Чтобы справиться с элементарными бытовыми нуждами, людям приходится покупать воду либо набирать у знакомых. Жители уже обратились в прокуратуру, так как по закону возобновление подачи холодного водоснабжения в результате аварии не должно превышать 24 часов.